продолжаем рассказывать о животных, которые находятся под опекой волонтерской организации «Зато верный друг». Добровольцы помогают не только собакам и кошкам, которые сидят в приемнике. Они обеспечивают кормами и стараются пристроить животных на передержках. Например, на их попечении щенок Умка. Девочку выловили из подвала, где она сидела вместе со своими братьями и сестрами. Добрые люди их поймали и взяли на передержку. Вот. Братиков уже всех отдали. Осталась одна Умка. Сейчас ей около 4 месяцев. Это совершенно очаровательная, такая похожа на миниатюрную овчарочку девчонка, слегка застенчивая, но очень дружелюбная и ласковая. Сейчас ей около 4 месяцев. Очень любит играть, легко находит общий язык и с собаками, и с кошками. При этом девочка довольно спокойная, нет в ней гиперактивности, присущей многим щенкам. Так что прекрасно подойдет и в семью с детьми, и пожилым людям, и в квартиру, и в частный дом. Девчонка здорова, привита, вот. Неприхотлива. Все кушает. Такая хорошая, нормальная, дворняжестая девчонка. Если вам приглянулась Умка и вы хотите подарить ей дом, не откладывайте. Звоните волонтерам по номеру, который видите на экране.